Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, попроще Нефрит и его зам-помощница. Настя, ну, привет. Сегодня мы продолжаем прохождение СХ 2. Не СХ, Алексей 2. Ну, кому как. Ну, не суть. Ну, давай, Настя. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы пропускать наши новые видео. И вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е», пока 59, только пока на жизнь не примем. Нам интересно и важно. Ну, а мы поехали. Да. Так, помню, мы проходим за Марию сценарий. Блять, как ходить-то? А, тут же не мышки, блин. Вспоминаем, как ходить. Так, сейчас опять начнется у меня. Так, ходить, по-моему, стрелочками, да? Стрелочками, блин. Шажок, так. Шажок. Маленькие так, детки. Блин, да я вспоминаю сейчас все это. Так, давай, это... Так, это... Ой, а что он стреляет? Я ж целиться нажал. Видимо, ты не только целиться нажал. Да блин. Ну вот, опять ты меня понимает. Он тут недавно тоже возмущался на этот. С клавиатурой с кнопками путается. Так, у нас где-то должна была открыться лестничный проем дверь. Да, вот нам Эрнест открывал что-то там. Может, здесь где-нибудь? Хрен. Закрыт. Блин. Мистика? Может. Тогда сюда можно? Пошли все двери искать. Вот лестница, проем лестничный, окей. Ну пошли сюда. Лестница, значит, пошли. Ну, он запыхалась, девка у меня. Так, с этой мы двери сюда выйдем, ага. А, там же еще лестница какая-то была где-то. Бляха-муха, где эта дверь-то теперь? Дохлый тараканчик. Где-то мы тоже бежим. Вот тут лестница. Вот. Сколько лестниц в этом доме? Да, еще бы знать, которую нам открыл он. Вот именно. Так, блядь, это куда? А, это здесь мы бегали. А мы какую-то бухлужную принесли, да? Да, мы должны на улицу выйти. Он сказал, там откроет дверь, которая ведет на улицу. Блять, какую он дверь, сука, открыл? Мужик. Мудак, блин. А не мужик, блин. Мужик или мудак? Конченый. О, значит правильно пошли. Музыка заиграла. Ага, вон лежит тут одна. Я ее обходил, кстати. Нет, значит неправильно. Здесь мы были, кстати. Вот здесь он, да. You think miracles really can happen? This is Silent Hill. Да, блядь. Yeah. Maybe that's the problem. Хоть пиздеть. Oh, Maria. You think too much. I'm from here. This is my town. Какой самоуверенный мужик, мой город так вообще. Во. Окей. Ну, сжалась по ногам, как всегда. Толку еще не заходил. Эти ноги умерли. Ну вот же мы пришли. Ты ж. Во! Ну не вовремя, конечно, перезарядка. О, главное, что не успели, они нам ударить. Так, суки. Ага. Здесь замуран. Ну да. Э-э-э-э.
Самое интересное, что через кухню он тоже никак не пойти. Ты нигде не пройти. А если через холл выйти на улицу? Подожди, если вот так, я вижу еще одну дверь, где мы не были. Так. В кабинете. Нет, не в кабинете. Сейчас, подожди, я сориентируюсь. Так, сейчас налево, потом в угол самый. Нет, налево вот здесь, да? Да, все верно. Вот сюда. А, вот видишь, тут и сохранялка как раз. Ага. Ну, в кабинете мы тоже не были. Так, еще куда-то ниже, блин. Подвал. Угу. Тараканы водятся. Хорошо, а тут кто? Тут ничего, ладно. Ого. Блять, не дадут почитать там тараканы. Да она пытается всю табличку читать, дура. Ее тараканы хуели, да она табличку читает. Че, таракана убить не может? Блять, и ничего не убивается, что ли? Да, блядь, они меня же завалят нахер. Меня так никто не валил, блядь, как таракана нахер. Они просто маленькие и шустрые. Да ты их бить-то будешь? Я ее заставляю бить, она их не бьет нахрен вообще. Вот почему она их не бьет? Она же попасть в них не может, упорывая. Блять, они завалят нахер тут. Я же говорю, завалят нахер. Тараканы, дожили. Она их не бьет. Я нажимаю их бить, она их тупо не бьет. Она их игнорирует. Мария, просто тут... Блять, тут еще другие уже меня приедут. Да что начинается? Через таракана, короче, проще бежать. Как мы понимаем. Уже, да? Так ведь? Нести. Да-да. Чего молчишь-то? Я говорю, бывает. Я говорю, через тараканов проще бежать, она говорит. Я тебе и говорю, что бывают нахуй даже тараканы. Ты куда-то отвлекаешься иногда? Нет. Да. Так, я тебе записку нахрен я читать не буду. Бежим. Они вон с потолка поползли. Блядь, беги, да застряла она на таракане, блядь. Да ты дура, блядь. Твою же мать. Да хватит на них внимания, она на них зацикливается и все, блядь, смотрит, рассматривает их. Не говоришь бежать, она на таракана смотрит. Какие тараканы тут бешеные, блядь. Они заболели, наверное, бешенством. Так ее вообще так они покалечат нормально. Ну да, что они какие-то это. Урон-то нехилый. Конечно, блядь, давай, давай. Держитесь подальше от дома с... Дома с привидениями. Где еще кто? Я ж слышу. А, там вот, блядь. Да, там. А вон и ходит, вижу. А тут ничего нету. Мам, больше на дым похож.
Ну, а там еще и блевалка. Там пупочка бегает. Нет, ну что по патронам-то? Патрон все нормально вообще. Ну, калечит меня тоже нехило. Тараканы, блин, меня забивают. Других всех убить нормально могу, тараканов нет. Должен ли? Так они быстрые, шустрые. Так они перед ней стоят, я говорю, действуй, бей. Она стоит их, рассматривает. Кнопку бить она не использует просто. Из пистолета попасть не может по ней. Ой, о чем мы страшно, ребята? Я еще и улицу не открывал. Зато проверишь, что дверь открывается. Так нам в нее и надо, видать. Видишь? В дом с привидениями. Или мы пришли из дома с привидений? Да, мы наверное из дома. Да, у нас есть привидения. 100%. Еще тут. Ой. Что-то мне это место-то знакомое. Так знакомое, да как этот. Апартаменты. Да. Так, сотык карта. Карта. Гостиница синяя. Так это он и есть. Но. Братья, куда надо начать идти? Блять, опять эти скрипуны. Куда нам идти? На первый этаж или на второй? Пошли на второй. Ну да. Где, блядь, этот скрипун? Вот почему ты сейчас можешь убить его? Почему ты тех не хотел убивать? Тут, прям, тут еще есть. Там попка твоя любимая ходит. Попочка. И попка, попочка. И что это нам любимая-то стала? Ты же такие ласково. Попочка. Ой, ножки. А ножки, не попочка. С другой стороны. Ножки сразу же погибли. Эта дверь открывается. Ну надо ключ. Но тут все забито. Это никак. Тоже никак. Бля, я к пирамидке пришли, где пирамидка была. Да. Первая битва. Тут никого нет. А что ж такое не нас чешется? Джеймс, видимо, здесь побывал. Побывал. Надо даже фонарик, конечно, чтобы что-то видеть. Так я доберусь до аллеи, что ведет в парк. Сначала должна выполнить мечание. А, вот так вот, понятно? Да, надо бухло найти для Эрнеста. А потом уберемся в парк. В аллею, в смысле. А ноги ожили. Это то же самое? Как-то странно, они же были мертвые, я их не мог пинать. Ну да. Ну теперь мы их добили уже. Ну да. Вон твоя попка. Опачка. У меня перезарядка не вовремя. Вот я не могу понять, почему тут нельзя в инвентаре перезаряжаться. И самому нельзя перезарядиться. Я думаю, сейчас наоборот туда выйдем. А ты в другую сторону пробовал бегать? Там он что-то стоит. Ноги? Ноги. Двери тут всегда хватает. На кухне прибраться не хочешь? Блять, ноги. Что-то ног стало много. Да, за Джеймс и топ, мне кажется, поменьше было. Да, жалость к монстру. Должен. Сейф. Ей, по-моему, не до сейфа. Так, что я вижу? На
что-то внимание обращает. Ну где это? О, блядь. Конечно! Да уж. И все? Вижу окна в соседнее здание. Супер. Ну, мне крайне рада, что она видит. Ну, толку сюда заходил. Больше не дышать. Ни патронов, ничего. Просто зашел монстра завалить. Ну, спасибо, всё. Бля. Спасибо. Вообще огромное. Ну, зачем потратить патроны? Угу. Дело здесь нам делать нехер, надо было на первом этаже все делать. Пошли на первый этаж. Да, зашибись, ходили, патроны потратили. Да. Опять. Опачка. Тут там еще полный. Да пускай, вон тут тоже. Перед нами еще одна попочка. Она могла бы стать раскривушкой. Могла бы. Но не стала. Блять, тут все замуровано. Ну, ей это точно вот эта белая жидкость. Аптечка. Белая жидкость? Что за странная вещь? Да вообще. Какая-то белая. Ему надо было белую жидкость ведь? Или краску? Не помнишь, чем она была точно? Белая жидкость или краска? Не помню. Зашибись. Ладно, погнали дальше. Погнать-то мы погоним, я просто говорю, что ему точно надо было. Тут ничего нет. Нет, ни хрена нет. Я думаю, здесь остальное закрыто. Ну да. Видимо, ему нужна белая жидкость. Ну пойдем отнесем ее. Блять, сейчас я через этих тараканов. Блять. У тебя выбора нет. Блять, монстры что ли появились уже? Значит, все верно мы взяли, да? Коли монстрик появился. Ты целишься будешь? Бля, сейчас опять вниз идти. Блять, опять эти скрипучки. Блять, все, нахрен они сейчас опять меня валят, уже валят, валят. Беги, дура, беги, беги. Run, run.
наш этот Балдуин. Наш Балдуин. Так, блин, ему же надо слушать кисти белую. Не спорю, ему надо. Блять, ему надо, а я тут ношусь. Еще вот жидкость из этих тараканов сраных. В кабинет вот нам надо. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but... well... Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Do you believe in fate? Not really. That's fine then. Ernest. Can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I'd said I believed in fate? That James, he's a bad man. James? Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind. Do you know something? Yes. Maria... you're... anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. Эрнест оказался призраком. Ну да, как мы и думали. Ну, расклад нам продается.
Ну да, прошли. Да нет. Ей оружие незачем. Джеймс. Мэри? No. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Ну и вот. Мы окончательно прошли полностью все части Silent Hill 2. Основной сюжет и дополнительный. Следующий будет на 4, как мы и обещали. Да. Кстати, мне на 2 было очень много ссылок на 4. Ну и всем, ребят, спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Нев. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, писать наши новые видео. И вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е» и «ПК 59», пока только для жителей Перми. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Чао. Let's rock.